На ее стихийных работах вся палитра человеческих переживаний. Сегодня Виктория Коваленчикова известна не только в Беларуси. Выставки проходят в Германии, Бельгии, Голландии. Многие работы хранятся у коллекционеров по всему миру. С персональной выставки в Минске репортаж Илоны Бутовской. Тысячи городов, будинков и амаль неводного человека. Ведомая белорусская мастачка Виктория Коваленчикова – майстер станкового урбанистичного пейзажа. Малюю выключно городы. Великие экспрессивные полотны будоражить навод досвеченную в этом замежную публику. Опошние работы, выполненные за несколько, может быть, год-два опошние Виктория Коваленчикова, они совсем уже иншие, они больше... Может быть, трошки больше рациональные, они, так сказать, трошки больше европейские. А это миновито вот этот переходный, ну, мимолетный, вельми приемный, особисто мне стан, вот такого перехода, отчувания и вертания у белорусскость, у наш город. Выпускница Белорусской академии мастерства Виктория уже 3 года живет в Нидерландах. Але свои работы черговый раз проводит показать на родиму. Для мастачки оценка соотечественников, коллег и сябров самая каштовная. Большинство работ было сделано еще, в принципе, в Беларуси. То есть это мой такой последний, я его называю белорусский период. В принципе, это уже исторические работы, потому что, в принципе, их уже не будет. Городскую тематику для себя как центральную Виктория выбрала, когда была еще студенткой. Училась у Майя Данцига. Для ее каждый город живый, с неповторным характером и лесом. Она нашла свою тему. И несмотря на то, что это городской пейзаж, связанный с архитектурой и урбанистическим взглядом, на этот жанр, вот, она находит в нем и массу движения, и какого-то порыв ветра, и какого-то смены контрастов, и смены фактуры. Для створения стихийных автобиографичных мегаполисов Коваленчикова выкористовывает технику лессировки. Поверхня картины уявляя пласты. Одни частки гладкие, иншие фактурные. У додаток боковая перспектива и шмат философии. Кабачуть пэўный город, а затем перанести все это на полотно, мастачка шмат подорожничая. Пиша без мольберта, на подлозе литерально распырская фарбы. Таким чином будуя свою хронику истории. Заявивши про себе, Виктория не забывается и про земляку. Активно пропагандует белорусское у Голландии, у своей галереи в Амстердаме. Периодично демонстрирует творы сучасных белорусских мастаков. У планах зарабить буйный проект и в Беларуси. Илона Бутовская, Герпучков, Первый канал.